из Финляндии, Веронику Миконен. Она вообще очень редко берет инструмент, больше любит слушать, но мы ее уговорили хотя бы песенку, потому что каждый исполнитель – это мир, правда? Мир с какими-то особыми песнями, даже если того же автора, которого мы слушаем, все равно выберет исполнитель какие-то свои. Так, Вероника. Мы с Оксаной, я так рада вообще в Обнинск приехать, потому что я, кажется, очень много знаю людей из Обнинска благодаря, собственно, Оксане. Ее дочка и наша дочка в одной палатке, в одной как-то песочнице. Когда-то давно играли в куклы, им было лет там по 5, по 6, по 7. Вот, и так и пошло. И мы очень вместе много раз встречались на фестивалях разных. И к нам они приезжали, из Обнинска очень много народу, по-моему, да, Оксана приезжала к нам, и потом мы в Таллине пересекались, в Таллине у нас там до Таллина, как говорится, нет, далеко. Да, в Тарту, у нас там вот в Эстонии и в Прибалтике, как оказалось, вот мы в Финляндии, очень много друзей, фестивалей. Когда узнаете, Оксана здесь очень всегда как бы информирует тоже. И к нам приезжают из Москвы, из Питера. Вот люди помимо Финляндии, Прибалтики. У нас в Финляндии вот русские мигранты. Там уже 8-й фестиваль будем сейчас через месяц проводить бардовской песни. Ой, что будет? А потом, кстати, у нас тоже вот в Таллине в районе 8 марта, там что-то 5-6 попадает, а будет еще тоже фестиваль «Мартовский кот». Вот, знают люди уже здесь. Недавно там был в декабре, «Свет в декабре» фестиваль. Потом там в Тарту фестиваль вырос на глазах до огромнейшего вообще. В октябре в начале в Тарту «Музыка листопада» фестиваль прекрасный стал такой. Вот у них тоже раз 5, по-моему, или 6 уже проходил. Так что я сама из Карелии, лет 20 с чем-то живу в Финляндии. И очень люблю какие-то песни, которые, наверное, все знают, так что вы пойте. Вот Оксана просто попросила, что без Луферова не уйдешь отсюда. Построю дом себе я из консервных банок, и ярко-красное куплю себе пальто, и проживу жизнь чудаком из старых сказок, который смотрит в мир с раскрытым ртом. Я буду верить всякой чертовщине, гадать по снам, по звездам, по руке, и верить, что плывет куда-то небо, а с облака плывут вниз по реке. Чтоб быстрее росли деревья и цветы, я буду по утрам играть на флейте. А чтоб от нас не улетали журавли, увидеть первый снег, мечтать о лете. И надо мною будут все смеяться, но если людям не было бы вас, я от тоски не то что год или неделю, я дня в непоже умер через час. Построю дом себе я из консервных банок, и ярко-красное куплю себе пальто, и проживу жизнь чудаком из старых сказок, который смотрит в мир с
раскрытым ртом. Чтоб дом полная чаша, чтоб родители живы-здоровы были, чтоб дети слушались, начальство зарплату повышало, пироги большие, самогона, кваса много.